Ты понял, что с тебя хотят вытащить вексель до того, как пошел, или после? После? Так какого хрена ты туда поперся сам к ним в логово и сам им начал бумаги какие-то составлять на их же бланках? Уже случилось то, что случилось. Вот как только увидел издалека отдел полиции любой, вот там, где ты стоишь, заканчиваются все человеческие отношения. Ясно? Да. На любую их хотелку в отношении тебя задаешь один простой вопрос. Каким нормативно-правовым актом вы регламентируете ваши действия? Основание, закон, статья. Ни карандаш, ни ручку, ни бумагу не давали. Где писать? Чем писать? Что писать? У кого спросить? Кто подскажет? Никто. Ни ручку, ни бумагу, ни карандаш. Что хочешь, то и делай. Сегодня мне был звонок. Я там написал красной пастой. Приезжает следователь. Я говорю, ну, под принуждением, под твою ответственность. Который представился полицейским и сказал, что вчера... А почему вы повестку не прислали? Я не успел. А копию взял? Тебя вексель вытащили. Неужели не ясно? Тогда надо настойчиво проявлять свою волю. Я не физическое лицо. Ну, тренируйся дома. Это не оправдание, это просто по факту так. То есть они твою добрую волю зафиксировали на бумаге, понимаешь? Да. Вот так они выманивают. Мы таких, говорит, по всему городу ищем, а он сам к нам приперся. Давай с самого начала. Ты как хотел написать? Действуют не в рамках закона. То есть это незаконное требование. А это что, не принуждение, что ли? Нету там человеческих отношений. Они просто создают новый вексель и все. Тогда язык не будет заплетаться, все на бумаге будет, на аудио, на видео. То, что сказал, молодец, но это нигде не зафиксировано. Это надо фиксировать на бумаге. Ты поступил добросовестно, честно, не нарушая ни одного закона. Так вот я тебе говорю, что можно и одним пальцем так защититься, что мало не покажется. Спокойствие и равновесие во всем. Уходить надо всегда с чистым сердцем и с благодарностью. Благодарствую вам за ваше, это, в кавычках, человеческое отношение. За то, что копии мне не выдали. За то, что угрожали. За то, что принуждали. Необходимый опыт был для тебя, и ты его получил. Вот теперь очень прям картинка сложилась у меня. Я говорил, страна в беде, страна в опасности.